Вы когда-нибудь задумывались, как жук-навозник понимает, куда ему нужно катить свой шар? Ведь этот шар больше самого жука, он перекрывает ему весь обзор. И вообще жук находится в положении вниз головой и на дорогу даже не смотрит. Вы будете удивлены. Навозники ориентируются по звездам, а точнее по Млечному пути. Это выяснилось в ходе эксперимента, когда жуков привезли в планетарий и меняли расположение астрономических объектов на куполе. Главным ориентиром для навозников оказалась не Луна и не Солнце, как предполагалось ранее, а Млечный путь – туманное свечение нашей галактики. Именно с помощью него жуки находят правильную дорогу. Жук фотографирует небо во время своеобразного танца на навозном шаре. Изображение остается в памяти насекомого, и жук использует его для создания карты и поиска кратчайшего пути. Обыкновенный жук-навозник обладает уникальной системой навигации. А что мы еще не знаем об этом мире?